Сьогодні у програмі «Зоорекорди. Наймініатюрніші створіння землі». Веткабінет. Сезонні зимові захворювання домашніх тварин. А також рубрика «Кмітливі та кумедні». Сьогодні ви дізнаєтесь про найменших рекордсменів нашої планети. Отже, почнемо з мініатюрних земноводних. Так, найменша саламандра Toreus arboreus у дорослому стані досягає довжини 15 мм. Найменша жаба і одночасно найменша амфібія – кубинський карлик, що мешкає відповідно на Кубі, має довжину трохи більше 1 см. А зараз увага! Найменші савці! Перевершив усіх своїми мініатюрними розмірами свиноносий кажан. Його розміри від 2,5 до 3,5 см. І це йдеться про досить великих особин. Живуть ці крихітки у печерах глухих лісів Таїланду. Серед савців-малюків можна виділити і карликового кускуса, що мешкає в Австралії, Папуа-Новій Гвінеї та Індонезії, а також американського землерийкового крота. При своїх 10 грамах ваги він має довжину тіла трохи більше 6 см. Мешкає цей савець у вологих лісах в північно-західній частині Сполучених Штатів і в Канаді. Ви дізнались про найменших істот нашої планети, а далі на вас чекає наступна рубрика. Настала зима. Що з собою принесла? Кому прогулянки на свіжому морозному повітрі, кому солодкий сон на дивані, а кому бажання погріти спинку коло теплої батареї. Власники домашніх тварин з настанням зими починають особливо турбуватися про здоров'я своїх вихованців. А як же? Мороз, сніг, опади, тварина може застудитися. Більше про сезонні зимові захворювання у нашій рубриці «Веткабінет». Основными, самыми распространенными заболеваниями у животных в осенне-зимний период – это, естественно, последствия переохлаждения. Что касается особенно квартирных животных. Вот. На что следует обращать внимание? Что идет за сезонными заболеваниями? Это отиты, конъюнктивиты, риниты, воспаление носика. Дальше идут воспаление, переохлаждение суставов на ногах, на лапках у животных, при прогулках по мокрому снегу, либо под дождем, либо с приморозком, идут грибковые заболевания межпальцевого пространства на лапках у животных. Также подвержены животные квартирные циститам, воспалением мочеполовой системы, в частности, и легочными заболеваниями, возможно. Поэтому хозяевам просьба уделять внимание особо на состояние животных после прогулки, либо если было какое-то сильное переохлаждение, в течение 1-2 дней на какое-то поведение отклонения от нормы. В частности, вялость, истечение там, из природных естественных отверстий, хромота и беспокойство, в частности, при поглаживании животного в любой части тела. Оно может себя проявить, вплоть до воспаления мышц даже вот, особенно. Які ж головні причини захворювань собак в холодну пору року? Їх декілька. І першою, найголовнішою, ветеринари визначають неуважність господарів до стану здоров'я тварин. Серед інших причин такі. Вторая причина – это резкий выход животного из квартирного содержания на уличное. Животное не подготовлено, оно из теплого воздуха окунается в холодный. По возможности, если выходит животное из квартиры, не спешить выходить на улицу, а пройтись по ступенечкам, для того, чтобы животное движениями согрелось. В частности, такое практикуется с каковым лошадями, их разогревают перед спортом, ну, перед забегом. То же самое касается животных. Вот. И не допускать
увлажнение шерсти, к примеру, там, особенно если в дождь там, или мокрый снег попадает животное, и переостывание тела животного. Ну, если вы гуляете в норме час-полтора, к примеру, это летом два, то зимой это нужно вдвое, то и втрое сократить. Лучше на лишний раз выйти чаще. Під час зимових прогулянок звірятам нерідко можуть отримати травми різної складності. Особливо схильні до травмувань собаки великих порід. Учитывая гололед и тяжесть собаки, а также неактивный образ жизни, животное в эмоциях там начинает играться снежками теми же самыми, там ловить снежинки ртом, пастью. И, естественно, может очень-очень много обращается с растяжениями опорно-двигательного аппарата. То есть связки и суставы страдают. Как у человека. Как у человека, да. Любое скольжение, любой поворот от нормы, положение тела в пространстве меняется немножко непривычно. Связочка потянулась, потому что ты не спортсмен, ты не тренированный. Застуда – звичайне явище в холодну пору року. І у тварин її симптоми проявляються так же, як і у людей. Собачки, в частности, любят ртом ловить снег, кушать. То есть разгоряченное животное потребляет снег порядка там минус 2, минус 3, минус 5. И, соответственно, воспаление гортани по принципу ангины у людей проявляется на второй, на третий день. Просьба обратить внимание, когда собака после такой прогулочки на второй, третий день начинает покашливать, как будто подавилась косточкой, особо внимание на это обратить. Ни в коем случае не думать, что это подавилась собака косточкой. Это пошел воспалительный процесс гортани. Также могут быть лимфоузлы припухшие. Вот если под челюстью пощупать, вот под нижней челюстью, будут припухлости миндалин, ну, по принципу, опять же, ангины. Як же діяти у цих та інших випадках? Немедленно обращаться к ветеринарному специалисту, не заниматься самолечением, потому что самолечение начинает вливать там подсолнечное масло и так дальше, и подобное пошло. Потому что, опять же, считают это немножко неправильно. Желательно, первое, что нужно сделать, это сделать замер температуры ректально животному. В данном случае повышение температуры будет обязательно на 1-1,5 градуса выше физиологической нормы. Норма 39 градусов у собак. Не норма, ну плюс 1-1,5. Та захворіти узимку можуть не тільки собаки, а й інші домашні тваринки. Тож продовження теми сезонних захворювань вже у наступній програмі. А зараз своїм досвідом профілактичних заходів ділиться одна з постійних учасниць нашої передачі. У мене борзий, чорний тер'єр, мопси, цвергшнауцер. На своїх животних по здоров'ю, слава Богу, я не жалуюсь. Залог здоровье моих животных – это своевременные прививки и витамины. Витамины собакам я даю всю жизнь, вот, всю ихнюю жизнь. То есть у меня даже, может быть, мяса не хватает, но витамины они кушают у меня всегда. И сезонно, то есть подбираю, допустим, если у мопсы более аллергичные, вот, я стараюсь им давать меньше мяса и витамины для аллергичных. Вот, кальций постоянно даю, что способствует хорошему обмену веществ. Вот, и сезонные витамины в отношении линьки. Допустим, цвергшнауцер, тоже собака, ну, неприхотливая. Тремингую ее сезонно. Вот. Зимой, конечно, я ее меньше обрабатываю шерсть. Вот. Только вычесываю подшерсток, а длину шерсти в основном оставляю полную. Борзые, они самовычесываются, очень удобная порода. Вот. У них структура шерсти такая, что влага стекает, и если там репях какой-то застрянет, они все это зубками себя очищают. Вот. Там проблем особых нет. Вот. Единственное, что, конечно, бывают проблемы, есть и сквозняк. То есть если я вот проветриваю квартиру, и есть прямой сквозняк, и собака лежит, она может на полу продуть себе глаз, конъюнктивит. Ну, я стараюсь сразу, конечно, обращать на это внимание. Вот. В зиму я гуляю часто и понемножку. Вот. И осенью, когда после прогулки влаги я обязательно мою просто комнатной температуры воды лапы и обязательно вытираю их насухо. Если есть какие-то, ну, вот,
намечаются воспалительные процессы между пальчиками, вот, у меня обыкновенный детский тальк, вот, или на худой конец крахмал. Вот, то есть, чтобы лапки всегда были сухенькие. Підсумуємо. Домашні улюбленці, як і люди, в холодну пору року схильні до сезонних захворювань. Та добрий господар знає, хворобу легше попередити, аніж потім лікувати, і уважно ставиться до своїх вихованців, дослухаючись розумних порад. Профілактика сезонних заболівань у животних должна бути обращена хазяями к следующему. Перше – своєвременна обработка від блох, що собак, що кошек, своєвременна обработка від глистів і також своєвременна противовирусные прививки, вакцинации ежегодные, либо по необходимости растущим собакам до года, там идет другая немножко схемка. Не запускайте, внимательно к этому относитесь. Если будете делать все своевременно, то все будет хорошо. И незалежно от пори року, актуальным є попередження. Самолікування небезпечне для здоров'я. Не занимайтесь самолечением, обращайтесь лучше к специалистам, которые... Причому своєвременно обращайтесь, які в цьому освідомлені. Зима пред'являє особливі вимоги до власників собак. Існує категорія проблем з їх здоров'ям, які найбільш яскраво проявляються саме в період холодів. Ці, на перший погляд, прості проблеми можуть принести вашому собаці і вам серйозні неприємності. Сподіваємося, що наші поради дозволять уникнути їх і зберегти здоров'я вашого домашнього улюбленця. Okay.